каком где? Месте? Там какая-то стрельба. Игрок отняли, у вас 1050 долларов. Ах ты грабитель, падла. Я понял, зачем они приехали. Ну и ладно, я ж пассивки. Сейчас о чем? Мне пришло сообщение, что на меня... У тебя разве что-то отняли? Да, на меня напал грабитель, короче, отнял у меня 1051 бакс. А чё копы-то сразу? Ну подумаешь, тачка взорвалась. Ну вот. И ты такой за руль пересел. Ну вот. Блин. Блин. Я таблетку цианида выпил. Прикольно. Я думал, он застрелится. Бабосики. Оставь. Ты же все равно не поднимешь. В смысле? Такс. Что случилось? Ой. Настройки радара есть два пункта: вкл и метки. Что значит метки? Значит, метки на карте, которые... все дороги с карты пропадают. Но метки ты видишь, уебище прямоугольное у тебя там светится. Все через жопу. Теперь нам нечего показать. Вот мне интересно, что сейчас сотворит механик? Тут же куча дорог. Прям перед лицом поставил. Окей. А какой это УАЗик спёрли? Чего? Как вы этот УАЗик спёрли, говорю? Рома на меня вызвал Мэри Уэзера, я их перебил и отжал машину. Ну так как она приезжает не одна, можно даже несколько взять. Машины 3-4 приезжают, не помню. Хватало. У нас же копы не кинутся, если я заеду, я уже не кинул. Нет, не кинутся, заезжай. Открой. Слышь. Спасибо, алло. Люди. А, то есть это так работает? Я предполагаю. Я думаю, нет. В основном-то оно открывается. Ну, в основном. Мы влезем вообще, нет? Там танк влезет. И кенгурятник такой бум-бум-бум. И сопля. Казалось как бы, создан для уси. Что-то все трамплины узенькие, как для мотоциклов. Может быть, потому что они для мотоциклов? Стоп. Врезаться. Не, я думал, он оторвется или нет. Секунду, здесь же где-то... А, вон он. А, ну тут ничего интересного. Просто стоит. Дверь только закрыл.
Чё ты угораешь-то? Ты вообще без слез ни на что не взглянешь. Каскадёры, каскадёры. Слушай, это будет опасный трюк. Ах, тебя достаточно. Главное колесом не наехать. Ау. Отличался бы еще этот вездеход Меза. Покупной от Мэривезерского чем-нибудь. Было бы интересней. А так просто бесплатная тачка. Туман. Два титана. Можешь назвать эту серию «Туман и два титана». Я не понял, мы что-нибудь делать будем или нет? Ну, у нас «Туман и два титана». В смысле? В смысле? Вы деретесь опять с кем-то? Нет, два титана — это два гигантских самолета. И чё? А, вы уже что-то развозите, да? Нет, мы просто их нашли. Рядом стоящих с другом. А я уж на той штуке полечу. Я тоже полетать хочу. Я оставил титан тебе. Ну, куда ехать? Я ебу, что в аэропорт. Самый главный аэропорт. В главный? Да. Я просто пилотирование себе поднял. До какого, блядь? До 40. На этих. Слушай, задний ход... На Лос-Сантосе. Задний ход у самолета у этого, он... Короче, разгоняется быстрее, чем просто вперед. А, я думаю, что они так делают. А, не-не-не! Что? Чё случилось? Разбился, что ли? Он взорвался на месте. Чё сделал, псих? Здесь же никак в машине. Что никак в машине? Взлетать. Здесь же тяга на другие кнопки. Ну да. А он на стрелках, наверное, пытался, да? На каких стрелках у меня, как в армии, управление? Классная тачка. Жалко бить даже. Какое же это купе, когда это представительный седан? А вы в пати, что ли? Нет, так. Нет. А, я думал, будет мотоцикл. Блин, дайте. О, новый. Что за самолетик ты там брал? Кукурузник, что ли? Нет, этот пассажирский, реактивный. А, до свидания, походу. Или нет? Нет. А что не так? Да я тут такое вытворил. Что можно было разбиться просто. Отключение двигателей. О, самолет. Я сказал отключение двигателей. Но я предпочитаю. Бум! Плюхнулся такой. А чё тут базарды? А свифта нет, что ли, нигде?
Что ты делаешь? Зачем здесь на одном из окошек прицел? Блин, здесь Blizzard. А свифта нет, что ли? Ну, блин. О, еще один титан. Не успел. Какого ты на меня наводишься? Отсоси меня. А потому что этот у вас, я не специально.